Здравствуйте, любимые мои. Я очень-очень рада видеть вас на моем канале «Вселенная Таро». С вами Наталья, ваш любимый таролог. Сегодня мы посмотрим рекомендацию для вас на период. Сейчас у нас идет коридор затмений. Завтра он начинается с 25 марта по 8 апреля. Вот для вас рекомендация на этот период. Период период сложный, период астрономически очень важный, коридор затмений. Если вы будете смотреть этот расклад в другие дни, то он тоже вам будет проигрываться, так как этот коридор, он дает отклик на весь год, на весь 24-й год. Поэтому смотрите. Также, если вдруг вы увидите этот расклад и будет какой-то другой коридор затмения, да, или другие затмения, эти рекомендации вам также проиграются. Поэтому я беру широкий спектр, но рекомендации именно ключевые, самые важные, которые могут быть для вас полезны, важны для прохождения этого непростого, с одной стороны, периода, но с другой стороны, очень-очень важного и значимого. Поэтому смотрите внимательно. Пока я мешаю колоду, те, кто не подписаны на мой канал, быстренько подпишитесь и начните смотреть, уже будучи подписанными на мой канал. Это ваш энергообмен. И не забывайте... Так, что тут? Ух, какие-то мечты, иллюзии. Вот. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И, конечно же, я бесконечно благодарю вас за ваше огромное количество теплых, добрых, необыкновенно откровенных ваших комментариев, в которых вы и благодарите меня за мой труд, и делитесь, как резонируют с вами мои расклады, как проигрываются у вас ситуации, как они отзываются. Для меня это очень-очень важно и ценно, потому что именно так я понимаю, что мой труд важен и нужен вам. И это придает мне желание и радость делиться с вами моим даром. Ну и, конечно же, отдельная моя благодарность моим спонсорам, тем, кто присылает донаты на развитие канала. Я желаю вам, чтобы вам в сотни, в тысячи раз больше Вселенная воздала того, чем вы делитесь со мной. Это огромная поддержка для нашего канала и личная благодарность от меня. Ну а мы тем временем начинаем. Я не буду смотреть сигнификацию, я не буду смотреть ситуацию, потому что это рекомендации для всех тех, кто посмотрит данное видео. Кому его не надо видеть, тот его и не откроет. Поэтому просто настраивайтесь на расклад и отнеситесь к этому очень внимательно и серьезно, потому что период действительно сложный, но очень важный. И он будет проигрываться в течение года потом, как вы проживете вот этот период, ну и как дальше будете, потому что я больше чем уверена, рекомендации будут не только на коридор затмений, они будут применимы ко всему году, как минимум. Итак, подскажите нам, пожалуйста, всем смотрящим, рекомендации на период коридора затмений. Вот ближайшего коридора затмений. Так, ну смотрите, Луна. Ну что тут скажешь, выпрыгнула Луна. У нас же и лунное, и солнечное затмение, и маг. Ну я говорю, это очень волшебное, мистическое время. Просто я не астролог, но то, что я слышала, это действительно как какой-то магия. И тут иерофант тоже мудрец. Ну вот, три старших аркана просто сами выпрыгнули на ваших глазах. Да, а тут он еще сила. Итак, подскажите нам рекомендацию. Тут мир еще. В общем, мы поняли, что период очень важный. А рекомендацию туз огня. И тут, кстати, посмотрите, какой туз. Тут еще как третий глаз. Видно вам?
Надеюсь, вам видно. Вот так вот буду. Вот. Так, рекомендацию для всех смотрящих на период коридора затмений. Ну, смотрите, самое главное, вам не впадать в, знаете, в такое состояние безресурсное, не жалеть себя, что вот нет сил, нет энергии, хочется побыть маленьким ребеночком, чтобы меня пожалели. Карты говорят совсем о другом. Включайте свой огонь, включайте свою энергию, зажигайте себя, даже если... Да, могут быть периоды, когда вот прям нет сил, знаете, нет желания, нет энергии. Но ваша задача, прям задача, да, найти в себе эти силы, зажечь себя, может быть, в содружестве с кем-то, да, в тандеме, в трио, заняться каким-то делом, любым, лишь бы что-то делать для того, чтобы в вас зажглась эта энергия, огненная, страстная, яркая, горящая. Для каждого из вас, ну, это что-то свое. Кого-то может зажечь, там, не знаю, медитация или танцы, кого-то активный спорт, да, кому-то надо уехать отдыхать, а кому-то, может быть, действительно понежиться в кровати, да, побыть наедине с собой, и это будет ресурс. Ищите то, что вас будет зажигать, что вас будет наполнять, что придаст вам много энергии, чтобы дерзать, чтобы двигаться. Для тех, кто связан с эзотерикой, связан с практиками любыми, это ваше время. Пожалуйста, практикуйте, занимайтесь йогой, делайте массажи, дышите там. Можете вот астрологи, нумерологи, психологи. Это ваше время. Вот прям помогайте, если вы... сами связаны с эзотерикой, обязательно помогайте и поддерживайте вот тем, кому плохо, тем, кому одиноко, тем, у кого нет ресурса. Просто наполняйте их своей вот этой энергией. Видите, тут какая Папесса, верховная жрица, у нее прям целый столб энергии идет. Она бесконечно ресурсна. И обязательно наполняйте вот тех, кто рядом с вами, всех, кто нуждается. Будьте рядом, поддерживайте всех, кому может быть плохо в этот период. А действительно, очень многих может накрывать, у многих людей может не хватать сил, энергии, и они будут себя чувствовать одинокими и опустошенными. И тут вы выходите как на авансцену, да, люди, помогающих профессии. И, конечно же, это воздух, энергия воздуха, скорости, наблюдения, драйва, опять огня, все, что с этим связано. Включайте свой огонь, включайте свою энергию, наблюдайте, можете, ну что, в интернете что-то искать, да, что-то смотреть. Ну, астрологи, я знаю, не рекомендуют заключать какие-то сделки там с недвижимостью, банковские, все, что касается денег, да, сейчас поставить на стоп, но искать информацию, изучать, обучаться. Тем более, если вы это раньше еще задумали, это, пожалуйста, вот по карте восьмерки жезлов, ради бога, зажигайтесь, вдохновляйтесь, что-то делайте, наполняйте себя. Я с горячей водой, тут с лимоном, так что вы не обращайте внимания. Я все еще болею, поэтому, чтобы мне иметь возможность говорить, мне постоянно нужно, чтобы в горло... теплый напиток проходил. Так, дальше еще какие рекомендации? Ну, смотрите, для кого-то применимо прям буквально отправиться в путешествие, хотя тоже там есть какие-то даты астрологические, когда не рекомендуется летать, но если вы у моря, если вы где-то, хотя бы рядом, понимаете, выйдите на улицу и посмотрите, что вас может зажигать. Вот опять огненная карта, смотрите в новые горизонты. Здесь девушка смотрит в новые горизонты, что-то новое изучает, что-то планирует. То, что ее будет зажигать. Ну и, конечно, все практики, все мудрости, обучение, все, что связано, еще раз скажу, да, и с поддержкой других,
тут уже больше такая, знаете, духовная поддержка, психологическая поддержка, какая-то мудрость, но все из легкости. Видите, тут какой иерофант. Он молодой, прекрасный, вот у него огромная лестница, по которой нужно духовно развиваться. Но для него это не тяжелая работа какая-то, не одиночный там скучный путь. Это веселое, видите, он тут в позе лотоса, и у него такая прекрасная, радостная, веселая медитация, да, к духовному развитию, к своей звезде. Королева кубков, наполненная, опять же, это опять про энергию, опять про духовность. Вот посмотрите, как карта, что здесь попеса вся в энергиях, да, что королева кубков, что иерофант. Все это про любовь к себе, про наполнение, да и тут тоже. Это карты, говорящие о том, что позволить себе быть собой, услышать себя и просто наслаждаться от жизни, от периода проживания эту жизнь. Да, карты говорят, что кто-то из вас, возможно, в сложной ситуации, возможно, вы только расстались с вашими любимыми и вот либо решаете уйти, не уйти, или уже ушли и еще не пришли к светлому какому-то новому будущему, вот на таком, на перепутье, да, либо решаете, либо только делаете первые шаги. Может быть, ну, это не обязательно касается мужско-женских отношений, может быть, и что-то в делах не клеилось, в семье еще что-то, в любой сфере, да, мы тут на все сферы смотрим, но, тем не менее, да, могут быть такие состояния, но если вы будете энергетически заряжены и чувственно и духовно наполненные, то вы совершенно легко и свободно пройдете эту дорогу. И вы четко будете знать, куда вам идти. Ну, куда идти? Посмотрите. Королева кубков и король кубков. Для мужчин, вот у вас на пороге королева кубков, и вы по иерофанту четко будете знать, что вы захотите эту женщину, эту девушку взять в жены именно. Заключить с ней брак, чтобы она стала вашей женой и матерью ваших детей. А для женской моей прекрасной аудитории, вот он ваш король кубков, вот такой чувственный, прекрасный, эмоциональный, немного загадочный такой, видите, спокойный, но он тут сидит на берегу моря, у него тут корабль, он ждет свою принцессу, да, когда вы к нему приплывете или сами вы, он к вам. И вот он приготовил уже вам тут и морскую звездочку в подарок, и какие-то тут еще у него дары в кубке. И посмотрите, кстати, на дне колоды колесо фортуны. И это все по судьбе. Вы видите, для очень многих из вас проиграются вот эти вот, сколько там, по-моему, 2 недели. Они будут очень судьбоносны. Высока вероятность, что вы встретите свою вторую половинку, свою любовь. Если вы уже там вместе знаете, кто, да, то, возможно, вы как-то перейдете на новый уровень. Но смотрите, тут уход, да, будьте аккуратнее, не предпринимайте никаких резких движений. Вот видите, здесь королева кубков и король кубков. И если вы уже вместе, если вы в отношениях или хоть как-то, ну, там, встречаетесь, то, пожалуйста, не предпринимайте за эти 2 недели никаких резких решений. Просто поставьте на стоп, да, даже если между вами что-то будет, вот подумайте и проговорите, да, давай мы решим это после там 8 апреля, да, когда подуспокоится, потому что сейчас очень эмоционально сильно может расшатывать всех, и лучше сейчас, конечно, ну, не предпринимать, в общем, никаких вот таких решений. Я думаю, вы сами видите тут по картине. А если вы еще не знакомы, если у вас нет второй половины, ну, вот, вы найдете друг друга, да, может быть, через уход от прежнего, через переживания. Ну, смотрите, еще раз карта выходит, это поиска и учебы. Да, вы можете через интернет познакомиться друг с другом. Да, классно сейчас что-то в интернете, может быть, читать, изучать, или просто дома вот книги, да. Это также будет способствовать гармонизации и успокоению вашего состояния, которое, ну, в этот период может быть очень эмоционально нестабильное. Ну вот, смотрите, король Пентакли ложится на иерофанта, да, рядом с королевой кубков. Это совершенно очевидно, что на отношения для женской аудитории, вот, к вам такой огненный и чувственный идет король кубков, идет король Пентакли. Ну, кубочный — это, конечно, такой любвеобильный, эмоциональный, чувственный, который, может быть, там, такой, знаете, душа компании, он входит, все им восхищаются, и он такой человек-праздник.
А король Пентаклей, конечно, он спокойный, размеренный, он знает тебе, себе цену, он себя уважает, он также уважает свою женщину, он за стабильность, он за ресурсность. Для него важны, чтобы был дом, и у короля Пентаклей, конечно, есть свой дом, куда он может привести свою королеву. У него, конечно, есть какой-то стабильный доход, бизнес или высокооплачиваемая работа, или там пассивный доход, еще что-то. Вы видите, он сидит, держит свою здоровую пентаклю, он абсолютно спокоен, ему не надо там бегать что-то там, искать работу, думать о ресурсах, нет. Он наслаждается жизнью, он кайфует, возможно, он любуется на свою королеву. Вот рядом собака. И такой король у вас на пути, на дороге. И, конечно же, у него серьезные мысли про серьезные глубокие отношения. Ну вот императрица, видите, король Пентакли, конечно же, ищет для отношений императрицу, главную женщину, прекрасную женщину, любимую, единственную, для кого применимо, вот чтобы вы родили ему ребенка. Может быть, кто-то из вас уже сейчас в положении и ждет малыша, да? И вот он сидит тут и любуется на свою прекрасную королеву. Любимые мои, вот для вас это точно совершенно проиграется, если вы в поиске, то на ваш путь для мужчин придет вот такая вот чувственная, эмоциональная, страстная женщина, которую вы захотите сделать своей императрицей, а для девушек вот такой вот один или, может быть, два короля. Ну, для мужчин тоже, может быть, вы на выборе будете стоять. Ну и вот туз кубков. Ну, просто волшебный расклад. Я думала, честно говоря, что тут будут проблемы. Я хотела смотреть такие предупреждения, да, на коридор затмений. А тут просто все карты любви выходят. Туз кубков. Любовь, наполненность сердца, когда бабочки в груди, когда просыпаетесь и засыпаетесь с мыслью о любимом или о любимой, когда вот этот кубок наполнен, энергией из него переливается, и вы готовы этой любовью делиться со всем миром, со всем светом, и вы светитесь, и из вас вот это вот, видите, тут лучики, прям эта энергия, она за версту видна и чувствуется, она такая сладкая, она вкусная, она манкая, и, конечно же, все это будут ощущать, чувствовать и видеть. И это прекрасно. Ну и вот и император. Что тут? Я даже не знаю. Расклад можно заканчивать. Императрица, император, королева кубков, королева огня, король кубков и король пентаклей. Просто лучше быть не может. Девушки, женщины дорогие, вышло два короля и император, еще и иерофант. Ну, как минимум тут 2-3 мужчины я вижу, а то и 4, да, с иерофантом, которые, ну, будут прям бороться за вас, да. Мы можем предположить, что это все ипостаси одного мужчины, но мне кажется, это тогда какой-то супер-супер самый идеальный вообще возможный существующий мужчина появится на вашем жизненном пути. Вот. Но, конечно, скорее всего, это будет несколько мужчин, они чувствуют, понимаете, когда вы наполняетесь вот такой вот энергией, с одной стороны, вы такая страстная, яркая, огненная, желанная, с другой стороны, вы чувственная, любимая, и самое главное, вы кайфуете от себя. Посмотрите здесь, какие королевы. И одна, и вторая просто, они наслаждаются собой. И еще и верховная жрица. И, конечно, мужчины, как пчелы на мед, они чувствуют вот эту сладкую энергию, вот эту вкусную, непередаваемую наполненность женскую, да. И они слетаются тут со всех сторон, видите, всех мастей и возможностей. Мужчины вокруг вас вьются, только выбирай, кто вам ближе. Стабильный король Пентаклей, чувственный король кубков или такой вот уверенный в себе император, которому, конечно, с одной стороны ему нужна императрица, с другой стороны император, он, ну, не то чтобы не терпит, но он не любит там сильных возражений, да, он, конечно, предпочитает, чтобы все его слушались, чтобы все было так, как он хочет. Он контролирует все 4 сферы. Он, конечно, да, идеальный вариант мужчины, но такой, который, ну, как вам сказать, уверенный в себе, и чтобы никто не сомневался в его прекрасности, офигенности, что-то я слова
теряю сегодня. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли. Хорошо, еще нам что-то скажите. Ну, вот эту прекрасную картину мы увидели. А есть ли все-таки какие-то сложности и предупреждения, которые необходимо знать смотрящим? Ну, есть, да, видите, тут, смотрите, карта говорит о том, что на самом деле никаких сложностей и ограничений нет, но девушка это себе представляет. Она смотрится в зеркало, у нее у самой руки не завязаны, глаза не связаны, а в зеркале она видит именно это, еще и черные вороны. Это говорит о том, что у вас могут накрывать какие-то страхи, какие-то сомнения, какие-то переживания. Ну, в этот период это абсолютно нормально. Позвольте этому быть, просто помните, что это все временное и надуманное. На самом деле этого нет. На самом деле у девушки не связаны ни руки, ни глаза. Это просто страхи. Две карты вышли. Что еще? Кого-то из вас, возможно, мироздание отправит в какое-то вот путешествие, поездку. Куда-то вам надо будет двигаться. Может быть, это просто принять какие-то решения, да, которые новые, неизведанные для вас. И вы не будете знать точный результат либо этих принятых решений, действий, либо вот этой поездки, путешествия. Да. Но карты говорят, что не бойся, смело двигайся вперед. Да, может показаться в какой-то момент, что вот вы между небом и землей висите, и у вас тут опоры никакой нет, и голову снесло буквально. Для мужчин может проиграться, что вы такой вот пажик, увидели вот вашу будущую императрицу, вашу будущую жену, и просто вам снесло голову, да, вы буквально теперь висите между небом и землей, от вот этой состояния влюбленности, от состояния, что вы вообще, мир перевернулся, вот она, единственная желанная, главная женщина, и вы не знаете, как к ней подступиться. Для девушек, либо, ну, у вас такое состояние, либо у вас на дороге еще, на пути, вот еще и пажик такой, может быть, моложе вас, или боится проявляться, но такой вот влюбленный, чувственный, которому буквально от вас снесло голову. Ну и для кого-то, вот в качестве предупреждения, да, может проиграться, что вы войдете в период трансформации. Что значит период трансформации? Это когда то, что вы запланировали, то, что должно было, казалось бы, 100% произойти, оно вдруг застопорилось, не происходит, ничего не складывается или как-то не так, все стоит, да, все замерло. А замерло потому, что у вас есть какие-то внутри вас жизненные ценности, установки, ментальные взгляды, которые уже устарели, которые уже не актуальны, которые надо поменять. А как поменять? Взять вот буквально, вывернуть себя наизнанку, перебрать все, так, идет запись, идет, а то мне тут звонили, вот, перебрать все и мысли потеряла. Да, откинуть все ненужное, все то, что мешает вам двигаться вперед, это все выбросить. Это, знаете, как вот чемоданы, шкафы старые разобрать, все, что уже вам мало, не актуально, не модно, устарело, все это выкинуть или раздать и оставить место для всего нового. Понимаете, дальше с этим старым багажом вы уже не можете, не будете двигаться вперед. Поэтому приходит трансформация, поэтому приходит, ну, так называемый аркан смерти. Это не физическая смерть, это просто когда вы перепрошиваете себя и становитесь новым. И это прекрасный этап, потому что после него, конечно, вы обновленный, обновленная, двигаетесь в свое светлое новое будущее. Ну и вот это высшие силы инициируют, собственно, этот период, этот этап. Это не для всех проиграется, но для кого-то это будет действительно актуально. И вы это поймете, когда все замрет, знаете, вот. Замрет, не будет происходить, вроде как 100% должно было это случиться, это произойти, этому быть, а его нет. Или, ну, события, действия, людей, ситуации. Для каждого из вас по-своему проиграться может. Ну и правосудие. Вот они пошли, кармические судьбоносные карты. Посмотрите. Трансформация, высший суд, правосудие, справедливость. О чем это тоже говорит? Что вас высшие силы будут как бы, ну, условно взвешивать, мерить, да, по вашим вкладам. Поэтому делайте
добрые дела. Желайте всем добра, любви, посылайте любовь. Любовь – это самая сильная в мире энергия, самая. Она исцеляет все, она срывает маски со всего, она побеждает весь негатив, всю тьму, все. Свет и любовь. И когда вы пребываете в свете и в любви, ничего вам не страшно. И, конечно же, тогда высшие силы, видя это, они будут ценить вас и помогать, и поддерживать. Ну и вот прям в доказательство, да, моих слов, еще и рыцарь кубков выходит, еще один мужчина, просто они тут, я не знаю, уже все вышли, влюбленный, посмотрите, на белом коне прискакал прекрасным, с букетом алых роз, и уже ковер тут скатерть-самобранку накрыл вам, и ждет вас со своим наполненным кубком любви, чувств, эмоций, переживаний. Очень высока вероятность, что это вот этот король Пентаклей, да, вот так вот будет проявляться. Он не просто земной знак, он еще и чувственный, эмоциональный. Он понимает, что для девушки очень важна эмоциональная сфера. И да, это период взращивания своих ресурсов. Вот тут видите денежное дерево. Оно уже посажено, оно уже выросло, еще плодов на нем нет, еще немного, еще чуть-чуть, надо потрудиться, поработать над отношениями, например, пройти трансформацию, да, пройти какую-то переоценку ценностей, проработать себя. Вот на дне колоды карта ценности себя, а для мужчин еще и ревности. Проработать это, да, осознать, что если там мужчина, например, ну и, кстати, женщины тоже же бывают ревнивые, если у вас есть ревность, это значит, что не хватает самоценности. Когда вы тотально уверены, что, там, например, ну, вы прекрасны или прекрасен, сильный, умный, красивая, умница, там, чудесница, да, то тогда и нет сомнений в себе, тогда и ревность не нужна. Ревность – это, конечно, такое чувство, ну, оно разъедает изнутри, и человека, который испытывает это чувство, и человека, к которому оно направлено, и это от того, что вы не ощущаете себя 100% уверенным в себе. Поэтому вот трансформация еще и по поводу этого как бы качества. Проработайте его, и ваше денежное дерево даст плоды. Да, уже можно будет собирать урожай. Еще что важное. Ну вот для кого-то из вас проиграется, что вам уже надо закончить вот этот этап, когда вы все на себе тащите. Взвалили вы этот груз тяжелый и буквально прете. Ну, в этой карте, слава богу, тут вот какой мул, да, помогает. Не мул, точнее, не знаю, кто это, буйвол. Вот. А в других колодах вообще человек сам на себе тащит. В общем, вам тут рекомендация. Не надо заниматься геройствованием, не надо, особенно для девушек, быть парнем в юбке, да, считать, что я все сама. Наоборот, нужна женская сила в ее слабости, да, попросить мужчин. Вы посмотрите, вы тут в малиннике просто, буквально на всех слоях карт лежат мужчины. Всегда можно попросить кого-то, делегировать что-то, от чего-то вообще отказаться и не брать на себя ту ответственность, которая вам, ну, условно не принадлежит, которая не нужна вам. Ну и тогда вот будет у вас счастье, семейное счастье. Посмотрите, это карта радости, карта наслаждения, когда вы вдвоем, либо с любимым человеком, либо вот с какими-то подругами, там, сестрами, близкими, кайфуете, радуетесь, наслаждаетесь. Тут у вас и дом, и вот тут какие-то развлечения, веселье, и огонечки горят, и флажки есть, и бубны, и на природе вы радуетесь. В общем, карта таких вот счастливых семейных или душевных вечеров, каких-то дней, которые вы проводите. Вот из этой тяжести необходимо перейти вот в такую вот радость, в такую легкость опять. Тут весь расклад про то, что от сложности, от тяжести пора переходить к легкости. Ну и да, и тогда вот он, триумф, победа, выигрыш, я победитель, я триумфатор, я красавчик, или я, там, не знаю, куколка-красава, да. В общем, тоже одна из самых мощнейших, сильнейших карт победы. Но победа не любой ценой, а победа за счет того, что вы слышите и слушаете себя, свой дух, свое сердце, свою душу, своего внутреннего ребенка, там, внутреннюю женщину или внутреннего мужчину, и следуете этому зову. Мало слышать его, так еще надо, ну, следовать этому зову. И вы следуете, и, конечно же, это вам дает победу. Победу, триумф,
любимые мои, посмотрите, какой очень ценный, важный расклад с такими. И он показывает, как проиграется вот этот период для вас, но и с рекомендациями. Если выполните эти рекомендации, то вы просто максимально сильно и классно, круто будете использовать этот период, да, период, еще раз, ну, не устану это повторять, очень сильный, очень яркий и кармический. И что выходит? Карта семьи, десятка пентаклей. Вот ваш красавчик-мужчина для девушек, для женщин, вот ваша куколка-принцесса для мужчин, да, вот вы вместе, смотрящие, глаза в глаза, руки в руки, вот ваши тут дети бегают, и собачка у вас тут, и все ресурсы. Пентакли, пентакли, пентакли в форме мандал. Посмотрите, какая самая огромная пентакли. Это очень много ресурса. Это, конечно же, дом по десятке пентаклей. Это какой-то стабильный доход довольно-таки высокий, чтобы хватило на все это путешествие, поездки. Это радость, счастье. И более чем достаточно энергии на поддержание вот всего этого, да, и отношений, и воспитание детей, поддержание, ну, всей семьи, всего этого цикла. И, конечно же, есть ресурсы и радость на, ну, на вот все на это. Но смотрите, для кого-то будет важным, что нужно где-то в чем-то охранять свои границы, да, все-таки не всех, возможно, пускать вот к себе в эту вашу прекрасную идиллию, прекрасную картину, особенно если вы только-только начинаете ваши отношения, да, или перешли на новый какой-то уровень, пожалуйста, не надо всем ходить и рассказывать. Особенно на начальном этапе, когда еще отношения не устаканились, когда еще, знаете, энергетически все это еще вот такое вот сырое. Дайте окрепнуть, это как росток дерева. Пока вы его только посадили, да, зернышко, оно проклюнулось, надо оберегать, надо там, когда вы пересадили в землю, колышки поставить, потому что еще не окрепшие, любой может просто наступить и все, и умрет растение, так и тут. На начальном этапе, пожалуйста, никому не рассказывайте, ни с кем не делитесь, потому что энергия еще вот этих отношений, она только-только зарождается, она еще не такая устойчивая и сильная. Потом, да, когда вы уже встанете крепко на ноги, когда вы уже, можно сказать, прорастете друг в друга, да, можно будет рассказать, но не сейчас. Будьте очень деликатны к себе, к чувствам партнера и к тому, чтобы делиться этой информацией, даже если очень захочется всему свету рассказать, как у вас прекрасно все. Вы можете просто рассказать, что да, у меня прорыв, у меня что-то новенькое, интересное, яркая жизнь, как-то, знаете, вот так вот, обтекаемо. Давай встретимся где-нибудь там на нейтральной территории, если вы уже вместе, не надо в дом пока никого приводить. Вот постарайтесь обезопасить и свою территорию, и свое жилье, и информацию вообще, как по минимуму. Да, это не надо, знаете, сразу закрываться, ничего не рассказывать, потому что это наведет сразу на подозрение, и люди начнут вызнавать. А вы просто скажите, ой, ну там, сейчас много там дел, я там занимаюсь чем-то, да, готова там, не знаю, встретиться или поболтать, но давай куда-нибудь сходим, и как-то все это вот в другое русло свести. Вот правильно, чтобы не было разбитого сердца, понимаете, чтобы не разрушить эту всю идиллию, ситуацию. Ну, вот такая вот картина, вот такие рекомендации для вас. Посмотрите, на дне колоды еще и туз пентаклей. Давайте его сюда положим, чтобы он тоже тут освещал наш расклад. Конечно же, это ресурсы и материальные, что все у вас есть, все в ваших руках. Для кого-то может быть реально прям вот какая-то прибыль, сделка, еще что-то, договор, хотя хоть и рекомендуют не заключать, но, возможно, вы ранее уже это планировали, уже на мази было, и вот вам в руки уже эта пентаклика сама буквально и плывет. Вот. Туз пентакли, конечно, это шанс, возможность на реализацию какого-то нового либо денежного проекта, либо какого-то успешного социального. Если это касается отношений, как у нас здесь легло на отношения, то, конечно, это очень много энергии, возможностей на развитие этих отношений, на то, чтобы перейти на новый уровень. Если вы еще не встречались, начать встречаться. Если уже встречаетесь, там как-то начать вместе жить, да, предложение там сделать, не знаю, обвенчаться, расписаться, в общем, как-то, ну, продвинуться. И это такая возможность очень классная. Вот, положим его сюда, чтобы он тоже тут был. Любимые мои, пожалуйста, быстренько поставьте все лайки, кто не поставил. Напишите, как вам отзывается, как вам проигрывается
этот расклад, он на самом деле просто волшебный. Я говорю, я думала, что сейчас здесь будет проблематики много, что тут сейчас будут какие-то сложные карты, еще что-то. Да, мы тут видели кармические карты, конечно, но мне кажется, для такого важного и сложного периода тут минимально вам задача от высших сил в основном проживать, ну, чувствовать, слышать себя, да, и кайфовать от самого или от самой себя, и не пропускать шансы, которые вам мир и высшие силы дает. Вот, давайте я хочу вам посмотреть рекомендацию. Представьте себя в будущем, да, вот какой или какая вы успешный, успешная, вот самую идеальную версию себя, ну, там, не знаю, через 5, через 10 лет, через 20, может быть, лет, вот, где вы, что вы, как вы, подумайте об этом сейчас прям моментально, да, вот это понимание к вам придет, и вот от той или от того себя, вот там, в будущем, что вы хотите себе пожелать здесь и сейчас, вот тому или той, кто смотрит сейчас этот расклад, что вы хотите себе сказать, какую-то рекомендацию, какое-то, может быть, пожелание или предупреждение. Давайте мы посмотрим. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. Ну, конечно, триумфатор-победитель. Как вот эта девушка, как этот человек, ну, разве про нее можно сказать, что она не верит в себя? Да, она тотально верит в себя, она не просто верит, она на подкорке знает, что она победитель, что она всегда получает и достигает всех тех целей и результатов, которые она ставит перед собой. Верьте в себя, и действительно, знаете, есть такая поговорка, она, конечно, ну, двоякая, может быть, это не совсем правильно, но почему-то она мне сейчас пришла в потоке. Не надо бисер метать перед свиньями. Да, конечно, свиньи тоже прекрасные животные, и их я люблю, ценю, но что-то, какие-то вещи глубокие, наверное, бессмысленно. Так же и люди, да, есть люди, просто у них нет задачи там на это воплощение становиться какими-то суперосознанными, суперглубокими, суперпонимающими, нет. И тогда просто смысла нет этим людям что-то доказывать или объяснять. Это, ну, бессмысленно просто. И давайте еще одно пожелание вам, самому себе, самой себе из будущего. Две карты вышли. Так, найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Сегодня у меня уже выходила эта карта. Вот еще одна рекомендация. И третья карта. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Вот с чего я вам тоже и говорю. Действуйте. Вот он, прорыв. Вот триумф не просто так проходит. Ну, по королеве жезлов невозможно не действовать. Посмотрите, какая она. Даже сидя в позе лотоса, казалось бы, это самая спокойная поза, да, медитация. Посмотрите, какая тут королева. Ну, огонь, да? Давайте ее вот так положим, чтобы она была. Вот. Действуйте, зажигайтесь сами, зажигайте других, не медлите. Вот она, карта прорыва тоже. Любимые мои, на этом я заканчиваю мой расклад. Пишите, благодарю и принимаю для того, чтобы все чудесные, волшебные ноты этого расклада проигрались в вашей жизни. Вот, пишите, как вам откликается, как резонирует этот расклад. Те события, которые он описал, возможно, что-то вы узнали, что-то для вас новое. Опишите, пожалуйста, для меня очень ценные, нужны ваши комментарии. И, конечно же, дорогие мои, любимые мои, я очень буду благодарна вам за поддержку канала. Вся информация о том, куда и как направлять переводы под этим видео и в информации о канале. Вот. Любимые мужчины, я знаю, что вы тоже смотрите мои расклады, вы тоже участвуете в энергообмене и в поддержке канала. А я желаю вам прекрасно провести, прожить этот период, коридор затмений. Это совершенно магическое, волшебное время, да, в которое можно, вы посмотрите, какая тут картина. Если правильно использовать рекомендации, вы просто сделаете квантовый скачок, и как мы тут увидели, в основном в отношениях, да. Да, в конце вышел туз пентаклей, да, конечно же, это про ресурсы. Но основная запевка, основная тенденция расклада – это отношения.
Поэтому медитируйте, мечтайте, представляйте, какая идеальная версия ваших отношений, именно она реализуется и проиграется в вашей жизни. Я вас бесконечно люблю и желаю всем мира.